Борис Моисеев последние годы ведет довольно затворнический образ жизни, редко появляется на светских мероприятиях, да и в принципе не часто выходит из дома. Что, разумеется, дает почву для многочисленных слухов и домыслов. Пока одни знакомые певца вещают о его критическом состоянии, другие уже подозревают у звезды чуть ли не рак. «Во-первых, я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя», – прокомментировал Борис Михайлович. «Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя. Садиться на шпагаты и выкладывать в сеть. Живу обычной жизнью, недавно вот занимался зубами, подлечил. В банк ходил по делам, требовалось личное присутствие. Чувствую себя нормально, ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками». Это лето Моисеев намеревался провести в Юрмале, где у него есть своя просторная жилплощадь. Однако планам помешала коронавирусная пандемия и закрытие границ. Певец надеется, что ему удастся выбраться на Балтийское побережье при первой разрешенной законом возможности. Почти каждый день его навещает Сергей Горох. Он также подтвердил, что здоровье Бориса не хуже, чем у любого человека в возрасте, пережившего инсульт. Что касается финансового положения, тут тоже немало сплетен. Мол, все накопления Бориса Михайловича в свое время ушли на лечение, а сейчас он чуть ли не влачит жалкое существование. Однако 3-4 раза в неделю к артисту приходит горничная, есть и помощница по хозяйству, которая для него готовит.